Ну вот, находочки с этого выхода все помыты. И теперь можем рассмотреть повнимательнее, что у нас попалось. Вот, давайте начнем с шмурдячка, так называемого. Видите, думал, что это за блямба такая была непонятная. А это у нас оказались часы. Сам механизм, то есть стекло и боковая часть куда-то исчезла. Остался только задняя крышка осталась и сам механизм. Это у нас накладочка какая-то бронзовая. Не знаю, чего она была, но на чем-то была на железном. Ржавчина внутри сохранилась и сзади немножко. Но металл — это бронза. Дальше у нас такое бронзовое какое-то медное колечко. Непонятного назначения шайба. Потом вот такая здоровенная крупная пулька. Видите, медная, говорю, из свинца. Ну и это у нас, скорее всего, вторая мировая обычная пулька. Дальше это у нас идет колесико от керосиновой лампы, регулировочка. Так, пуговки. Вот такая вот пуговка, но это, я думаю, что-то уже более современное. Потом такая пуговка. Думал, старенькая, но не уверен. Хотя такая конструкция, как раньше делали. И написано здесь «Маяк» на пуге этой. Два слова. «Маяк» и «Маяк» с двух сторон. Так, и вот такая пуговка. Это у нас немецкая. Видите, ушко есть. Немецкая пуговка еще попалась. Дальше по монеткам. Это у нас советики, двушечки поздние, к сожалению, не ранние. Это одна двушечка, вторая и третья. Это еще что-то видно, там сохран какой-то есть у этих же. Как видите, все печально. Дальше у нас копеечка. Одна копеечка, 31-й ходик, манипусенька. Это ранний советик. Это у нас ранний советик. Дальше по монеткам более старым. Это у нас Польша. Вот я помыл, уже тут более-менее что-то можно разглядеть. Вензель вон сзади. И это такого же плана монетка. Тоже, соответственно, сзади такой же вензелек. По царским это у нас деньга, одна штучка попалась 31 года, такая сохранчик в принципе имеет, орелик, все. Вторая деньга у нас 48 годик, немножко видимо тут внизу кто-то ударил, не я, трактор видно, тут тоже у нас орелик имеется. И еще одна деньга — это 1751 годик. Вот тоже орелик в наличии. Вот такие вот у нас находочки за этот выход. В принципе, без находок, как говорится, не остался. На этом все. Всем удачи!